Нати. Удалили очередную венку нашей замечательной пациентки. Как себя чувствуете? Вам, кстати, бригада понравилась? 4 года прошло после другой операции на другой ноге. Да. Девочки лучше или мальчик был лучше? Девочки. Вы провокатор. Спрашиваю. А Паша был у меня, скорее всего. Паша был большой. Да, он был хороший, но как-то вредноватый. Вот, пациент сказал, а заметьте, у нас без цензуры, вредновато был, поэтому мы с ним немножко простились. Леночка, нам есть куда стремиться. Он неплохой, но он вредный был немножко. Иногда очень хорош. Вот. Но удалили вену варикозную, друзья. Сейчас удалим еще стриппинг, пройдем. Посмотрите, как танцует моя ассистентка. Она делает гемостаз, то есть, чтобы ничего не кровило. Мы только удалили вену. И у нас все чисто, все аккуратно. Пациентки вернули кровоток в нормальное русло, в глубокие вены. Это добавочная вена, так называемая. И она называется большая подкожная вена, иногда не совсем под кожей, а немножко глубже располагается. Вот. И пациентки мы ей удалили, и немножко тазовый варикоз. Еще раз повторюсь, друзья, от паха иногда идут вены. То есть оперируют глубоко вот эту поверхность вены, плюс отдельно. К сожалению, это не рецидив. Это просто тазовый такой приток передний латеральный, который идет отдельной веткой. И здесь, к сожалению, нужна пересечь его опять. Такая мини-операция. Вот, у меня дважды было таких пациентов, я им немножко переделал. Но у вас все хорошо. Первая операция идеально прошла, и вторая. Вот. И вена, посмотрите, она спалась от того, что напряжение ушло. Она у меня на зонде. И, естественно, вот здесь диссекция, потому что слабая стенка, ловите. И такие участки обычно рвутся на ноги. Иногда говорят, ударил слегка, и такая гематома. Это вот в таких участках. И, к сожалению, здесь и образуются тромбы чаще всего. Вот, удалили вену, друзья, и сейчас вернули кровоток в нормальное русло. Там усилился кровоток, вены глубокие не расширяются, потому что они в мышцах, мышцы не дают расшириться. И, соответственно, там усиливается скорость кровотока. Когда скорость усиливается, риск тромбоза становится значительно меньше. Поняли? Все, друзья, записывайтесь, пожалуйста, через WhatsApp. В описании под роликом будет форма связи. И не болейте, будьте здоровы, всего доброго.